Российские спортсмены всегда были за дружбу, честность, взаимопонимание и справедливость. И сегодня это не исключение. Мы сегодня видим, как спорт перемешали с политикой, и наши спортсмены не могут выступать под флагом нашей страны. И последние годы нам многие вставляют палки в колеса. Нам запрещали выражать себя, нас ломали, несмотря ни на что, даже на возраст и пол. Российские спортсмены всегда были за дружбу, честность, взаимопомощь, справедливость. И сегодня не исключение. Если угнетают слабых, пытаются играть нечестно, затевают недобро за спиной у нас, у нашего народа такое нельзя терпеть. Я считаю, что нельзя мешать политику со спортом. И верю, что меры, которые сейчас принимаются для урегулирования вопроса, приведут к положительному результату. Ведь победа, она славится чем? Когда она завоевана в очень упорной, конкурирующей борьбе, конкурентной борьбе. Без российских спортсменов такой борьбы не получится по многим видам спорта. И мы это прекрасно знаем. Украинских спортсменов вынужденно призывают в ВСУ и вместо спорта выдают автоматы. Так не должно быть. На протяжении последних дней мы все испытываем чувство тревоги и страха. Нам хочется, чтобы военные действия, начавшиеся 8 лет назад и достигшие своего пика сегодня, скорее прекратились. Спорт для Российской Федерации является очень мощной, очень сильной сплоченной площадкой и для объединения людей, и для развития спорта, и для диалога на международной арене. Надеемся, что усилия нашего президента Владимира Владимировича Путина по урегулированию ситуации на Украине будут услышаны мировым сообществом. Мы вместе с нашим президентом и своих не бросаем.